Национальное телевидение становится доступным все большему числу зрителей. С сегодняшнего дня у жителей города Канаш появилась возможность смотреть передачи и программы национального телевидения не только в интернете, но и в своих телеприемниках. Руководители национальной телерадиокомпании «Чувашия» и канарской студии телевидения подписали договор о сотрудничестве. С сегодняшнего дня передачи национального телевидения должны появиться в ваших телевизорах в том числе. Тестовые вещания, вот благодаря техническим работникам, мы уже провели. И сегодня уже официально мы будем показывать на территории города Канаша передачи национального телевидения. До этого у канашцев была возможность смотреть передачи национальной телерадиокомпании «Чувашия» по IPTV. Трансляции программ напрямую по сети кабельного телевидения в Канаше – результат плодотворного труда и решение многих технических вопросов. Вы можете свои телевизоры настроить на 39-ю кнопку, увидеть национальное телевидение в городе Канаше. Все те интересующие моменты, которые происходят в городе, то есть в городе Чебоксарах и в республике, вы можете получить информацию из первых уст.